представляет. Разновидности мучений после смерти. Теперь мы в общих чертах рассмотрим разновидности мучений, ожидающих человека после смерти. Мне стало ясно больше, чем если бы я увидел это своими глазами, что мучения на том свете будут трех видов, и они являются душевными муками. Первый вид мучений – это страдания из-за разлуки со всем, что он любил в дольнем мире. Второй – стыд от позорного разоблачения. Третий – огорчение из-за упущенных благ. Это три разновидности нематериального огня, которые преследуют душу того, кто выбрал и предпочел земную жизнь. Это наказание для души до тех пор, пока ее не настигнут мучения материального огня, ожидающие ее потом в аду. Первый вид наказаний. После смерти, когда душа покинет тело человека, ее постигнет наказание в виде мук, испытываемых вследствие расставания с мирскими благами, которые он любил и к которым привык. Оно, в некоторой мере, подобно, хотя несравненно сильнее, отнятию у человека на этом свете любимой жены, детей, дома, богатства, транспорта и так далее. Эта боль будет точно такой же, какую человек испытывает при укусе большой змеи, и количество голов этих змей будет соответствовать количеству того, что он любил. Низменные и подлые душевные качества сильно и больно будут терзать его духовное сердце, хотя душа от тела уже отделена. Муки и наказания, занят выполнением предписаний Аллаха, это наказание и не коснется. Второй вид наказаний – это мучение совестью. Так человек, который на свете делает все, что захочет, не познав истину и не думая о последствиях плохих деяний, ожидающих его после смерти, поймет всю правду тогда, когда душа покинет его тело, и горечь стыда будет мучить его без конца. А как узнать истину о своих деяниях в этом мире? Например, когда говорят, что хула, злословие, злоречие равнозначны тому, чтобы есть мясо умершего брата, мы не придаем значения этим словам, не вникая в их суть. Представь, что ты ешь мясо, хорошо поджаренное, очень вкусно приготовленные, с уверенностью, что это говядина или баранина. Если бы тебе сказали: «Как тебе не стыдно есть мясо умершего брата?», ты бы возмутился, что никогда этого не сделаешь. Упаси Аллах от этого, и лучше с голоду умереть, чем есть мясо человека. И все же в конце концов окажется, что ты действительно ел мясо умершего брата. Тебе ведь станет так стыдно, дурно, неудобно за себя, хотя тебя еще и не покарали за это. Вот таким увидит себя на том свете хулитель, любитель злословить. То есть тогда он поймет, что хула действительно подобна употреблению в пищу мясо человека, потому что после смерти для него все прояснится. Из этих примеров ясно,
Как совесть будет мучить наши души после смерти, если мы не будем следовать предписаниям Всевышнего? В хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорится, что все мы спящие и проснемся лишь после смерти. Третий вид наказаний – это муки, которые будет испытывать человек, лишенный любимых предметов. Представь, что ты во время странствий пришел со сверстником в темную пещеру. Вы там нашли неизвестные вам камешки. Друзья советуют тебе взять столько, сколько сможешь, говоря, что среди них могут оказаться и драгоценные камни. А ты, напротив, им советуешь не собирать какие-то неизвестные камни. Ты, отказавшись тащить неизвестный груз, предпочитаешь получить сиюминутное удовольствие, чем ждать в дальнейшем выгоды. Мол, умный выбирает настоящее счастье, чем сомнительное счастье в будущем. Твои друзья все же собирают камешки, а ты идешь налегке, смеясь и радуясь. Но при выходе на свет эти камни оказываются драгоценными, и твои друзья стали богачами. Тебе же пришлось работать на них, выполняя самые тяжелые работы и получая за это лишь объедки с их. Невиданной красоты, блага и наслаждения от Всевышнего, несравненно лучшие, чем мирские. Лишение человека какого-либо предмета на этом свете и лишение благ вечного мира – это совершенно разные и несравненно далекие друг от друга вещи. Будьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!